В мире появится первая краудфандинговая платформа для сбора средств на экологию. Проект инициирован стартапом блокчейн EcoToken, команда которого состоит из специалистов в области блокчейн-технологий, а также привлеченных экологов и экологических компаний. Главным партнером и консультантом проекта является Greenpeace. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с различными экофондами, в том числе АВААЗ и Всемирный фонд дикой природы. Платформа EcoStarter будет предлагать два вида вложений – благотворительность в экологию и инвестирование в коммерческие экопроекты. Таким образом, платформа позволит не только помогать природе, но и участвовать в создании заводов по вторичной переработке, очистных сооружений и прочих объектов, за которые инвестор сможет получать доли или инвесторские опционы. Основной валютой платформы является EcoToken. На сегодня стоимость валюты составляет 10 центов за 1 EcoToken. Проект блокчейн EcoToken в настоящее время находится на стадии пресейл и скоро выходит на ICO.